Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника Коровиной. Раздел «Из русской литературы 19 века. Михаил Юрьевич Лермонтов. Бородино». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Пятый вопрос. Как вы понимаете строки? «Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы». Русским войскам пришлось оставить врагу Москву, но только за тем, чтобы потом с Божьей волей сокрушить врага. Следующее. «Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою». Речь идет о том, что солдаты собираются вступать в рукопашный бой, не жалея себя и наступая на врага. Третье. «Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам». Солдат хвалит своего командира, характеризуя его как умелого человека на службе и в качестве командира, и в качестве слуги царю. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!